Василий Крайний. Родился в 1929 году в деревне Сергеевичи Слонимского района и до войны успел окончить 4 класса. С первых дней войны Вася стал помогать партизанам. Передавал оружие, узнавал о передвижении войск по железной и автомобильной дорогам. В партизанский отряд имени Дзержинского Вася пришел с ручным пулеметом. В отряде его назначили вторым номером пулеметного расчета. Мальчик принимал участие в разгроме полицейских гарнизонов, выполнял и другие задания. Ходил в разведку, доставлял листовки, литературу, прикрывал группы взрывников. Ночью в начале 1944 года, после выполнения боевого задания вблизи деревни Гласевичи, подрывники попали в засаду. Вася, будучи раненым, до последнего патрона продолжал стрелять в фашистов. Обескровленного, с 8 ранами, под усиленным конвоем, гитлеровцы повезли Васю в Слоним, чтобы выведать данные о партизанском отряде. Юный пулеметчик умер, ни слова не сказав фашистам. Посмертно 24 июня 1965 года Василий Антонович Крайний награжден медалью «За отвагу». Улица в Слониме носит его имя. А 24 декабря 1972 года приказом номер 10 Василий Крайний зачислен в батальон белорусских «Орлят».